Как сообщили местные жители Станично-Луганского района Луганской области, над селом Красная Таловка были замечены 5 военных самолетов, летевших со стороны России. Согласно информации других источников, это боевая авиация Российской Федерации, которая в открытую нарушает воздушное пространство Украины. Официальных комментариев, например, от СНБО Украины пока не поступало. Напомним, 31 августа позиции вооруженных сил Украины в городе Счастье под Луганском были обстреляны российской авиацией.